шоу принимали участие серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров, чемпионы России, команда по синхронному катанию Crystal Ice Junior, тренер Ольга Бодяева, Дарья Кобозева, Иван Владуев. Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». Победители всероссийских соревнований. Таисия Забинина. Ну, у нас так.
спортсмены и тренеры представляют Академию фигурного катания Ангела Грущенко. Екатерина Кокора. И одна из трех девушек в мире, умеющая кататься одна на таких уникальных коньках, прилетела к вам из Испании. Серебряный призер чемпионата мира Анастасия Мартюшек и Константин Гаврин. Одна из самых сильных экстремальных пар в мире. У них не получался этот элемент сегодня и вчера. Сегодня они сделали, молодцы. Многократная победительница всероссийских и международных соревнований Елизавета Нугуманова. Победительница этапа юниорского гран-при Софья Муравьева. Софья Муравьева также является чемпионкой России по прыжкам в команде своего тренера Евгения Плющенко. Так, это была попытка. Серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов. Ну, давай, Макарушка. А то счет-то такая не в вашу пользу. Четвертый дубль. 1-1. Счет пока 1-1. У нас кто как? Кто, когда девочки выигрывают, когда мальчики. Так, чуть-чуть. Но ничего. Все будет. Александр Самарин. Так, Саша. Посмотрим, что будет сегодня делать Александр. Сейчас еще я замечу 4-2. А, нет, 3-2. А, нет, 4-2. Нет, 3-2. А, 3-2. 3-2. 3-2.
олимпийский чемпион в командном соревновании, чемпион России и Европы Марк Кондратюк. Давай. Так, 6-3.
Так, что делают эти парни? Миша, снимай. Что они делают? Я уже боюсь этих людей. Так, так. И... два четвертых сета. 8-3. Что же вы с нами делаете, мужчины, как наши чемпионы? Thank you.